Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. В этом году в нескольких городах нашей страны произошли случаи падения елок, причем один из них с летальным исходом. Не хочу вас пугать, но если приглядеться, елка в нашем городе слегка наклонена. Если ветер сильный будет, может наклониться, упасть. А так вроде бы ничего, хорошая штука. Поправить-то можно, я думаю? Получается, что не одним нам показалось, а значит, есть смысл проверить эту мелочь еще раз на то, как крепко она стоит на площади. Подвесной мост через реку Сылву отремонтировали. Напомню, что раньше ходить по нему было страшно. Поэтому хочется поинтересоваться у людей, как им ходится по нему сейчас. Ну, нормально ходится. Как говорится, люди довольны и слава богу. Единственное, к чему есть претензии, это к пандусам. Они слишком крутые, и спускать по нему коляску с ребенком как-то страшно. Тем не менее, радует, что мелочь эту не затянули. Находимся на выезде из города. Здесь мы были этой осенью. И напомню, что на том месте, где я сейчас стою, был огромный кратер. Тогда нас сюда пригласил водитель большегруза, который особо не церемонился и прокомментировал ситуацию, как говорится, без цензуры. Сегодня мы вновь здесь, и, как видите, яму засыпали. Понятно, что мелочь это временная, но благодаря ей машины будут целее. Партнер рубрики «Мелочи жизни» – сеть магазинов «Ваш дом». Все для вашего дома. Рубрика выходит при поддержке охранного агентства «Зодиак». Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Атланта», улица Воровского, 4А.